Эй, гайз, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием 9 лет тьмы тумана. Да, ну у нас с вами, конечно, и серии по 6 минут. Из-за той хрени, что босс просто на каждом шагу. До этого, ну, пример, обычный пример. Босс. И там территория здоровая, значит, там босс хороший будет. Ух ты ж, ё, чё-то в натуре здоровое. А, сердце. Должно быть, это сердце Талоса. Выглядит ужасно, тени почти сожрали его. Цви. Это опасно, я понимаю, но если ничего не сделать, замок рухнет. Цви. Ну же, Апион, прошу, доверься мне. Цви. Сердце Талоса. Все? Это все? Босс, который просто стреляет отовсюду? Ну, такое. Ну, такое. Цви. Кажется, мы только что спасли Талоса. Цви. Да, спасибо, что поверил мне. Знаешь, мне нравится твоя компания. И я не очень-то благодарна себе, Вилам. Просто мне трудно кому-то открыться. Цви? Не знаю, просто стоит кому-то поверить, как и они причиняют тебе боль. Я так от этого устала. Но спасибо, что не бросил меня. Надо сказать, ты очень отважный медвежонок. Цви-ви-ви-ви. Ты тоже чудесная пина. Цви-цви. Ну все, пойдем. И все? Мы сделали это? Ну, заканчивать на этом я не собираюсь. Да, это был босс, окей, но... Превью просто камень. Окей. 4 минуты. Я понимаю, там 3 минуты до видео, но 4. Давай и дальше. Серьезно? Лоу. Фуй, как, подожди, я должен это сделать. А, точно. Точно. Нет?
я думал, да. Да ты издеваешься. Да иди ж ты! Ой. Почему лава уже идет? Отлично. Жопа. Давайте еще одного босса. Ну хотя здесь лифт должен быть. Да, лифт. Ура! Запустился лифт. Ничего нету. Подожди, а почему это недоступно мне? А, подожди, если мы сейчас здесь, лифт должен быть здесь. Но этот и этот у нас доступны. Средний у нас недоступен. Мне нужно сюда будет сейчас спуститься, значит. Ну, а засейвимся тогда и пойдем сюда. А, подожди, мне нужно выше подняться. Какие, наверное, чудесные места был ли этот замок до проклятия. Прекрасные коридоры и витражи, удивительные гравюры и многовековая история. А теперь это все забыто и заброшено. Это место заслуживало лучшей судьбы. Можно ли сердце считать боссом? Но это как бы босс был. Фиг его знает. Хотя я все равно по пути в театр еще зайду. Ну давай, ладно, сюда дойдем. А там глянем. Блин, я надеюсь на то, что там будет проход. Доступен. Ныё. Почему он вообще там был закрыт? Почему он вообще был недоступен? Да, кстати, тут мы с рогачом дрались.
Не ваншотит? Серьезно? Не да. Беда. Да, у меня не прокачано. Вот сейчас бы сходил в эту хрень. И прокачал бы себе молнии. Ну, видите, она чисто только урон прокачивает, если так смотреть. Аника, на этом, я думаю, мы закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставь лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.